я... У нас сегодня братская, слушайте. Да. О, здорово. Братская сегодня у нас на собрании. Здорово, мне нравится. Он будет свой храм, будем проводить на братское собрание, отдельно еще все. И сестры пусть там с отдельно собираются тоже. Вот, в этом есть свой смак какой-то особенный. Спасибо, Господь, спасибо. Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Отец наш. Благодарю Тебя за это доброе утро, за милость Твою, обновившуюся в наших судьбах. Благослови, Господь, братьев сегодня, всех нас собравшихся в этом братском общении. Благослови, Господь, сегодня. Ха, Ты уже благословляешь, Господь, но пусть благодать нам благодать, Господь. Благословение на благословение, Господь, слава Тебе. Ты не мерою даешь Духа, Господь, повинующимся Тебе, Господь, покоряющимся Тебе. Боже, любящим Тебя, жаждущим Тебя, слава Тебе. Слава Тебе, Господь. И вода, которая в нас, Твоя святая вода, приходящая в наши судьбы, в нашей жизни, она делается в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Тебе. Благословен Бог наш. Всегда ныне пресна, во веки веков. Царстве и о сегодняшнем времени, и о будущем.
И вот в 43 стихе написано здесь: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Кто имеет уши слышать, да, слышит. Аминь. Вот, вот этим хочу поделиться. Слава Богу. Слава Богу. Преображение, оно финальное, ну, просто восхищение. Не знаю, сегодня просто с утра восхищенность. Финал преображения. Отдание преображения, завершение преображения, которое в царстве уже, в будущем царстве. Все. Вот вся наша жизнь, преображение такое, от славы в славу, от силы в силу, взирая на его образ. Писайте, пожалуйста, братья, писайте. Значит, и взирая на образ, да, взирая на него, на слово его, и преображаемся, в него преображаемся. Но финальное преображение, завершающее преображение нашей жизни, это уже после всего, в завершении, финале всего. 43, да, 13.43, Матфея 13.43. Вот как-то особенно сегодня, даже и вот утренней трансляции я поделился там немного как раз народом. Вот, подключались верующие, я понимаю, сразу же церкви, судя по комментариям там потом. Вот, значит, и слава Богу, что с разным пониманием тоже, но для меня преображение, да, 13.43, да, Матфея 13.43. Значит, тоже, дай Боже, технически нам тоже, чтобы все было так вот четко. Значит, молюсь тоже, и братья молитесь хорошо о своем храме, своем месте, уже как бы уже, ну, уже, ну, пришло время. Я тоже с братьями разговаривал, ну, на этой неделе, на прошлой неделе как раз тоже об этом. Вот, тоже с других церквей. Вот, с Глебом разговаривал, с Глебом тоже на эту тему, кстати, тоже, вот, насчет храма. Он говорит, мы давно молимся, тоже надо построить тоже что-то, храм какой, но кто будет заниматься тем? Вот, вот я, пожалуйста, да? Братья, поддержим в молитве, по крайней мере, а не финансами, мы молитвами там и вместе построим что-то. Вот, и, значит, я как раз Глебу и рассказал, поделился, что вот-вот у меня на сердце такое, допустим, чтобы, как он назвал, храм авраамических религий, получается, такой вот, но христоцентричный. Значит, в пятницу, говорю, у нас будет мусульманское, масихитское служение, мусульман, верный евангельский, будем так говорить. Пастор Эльдар Мирзоев, мой старый друг, он уже на подхвате, он уже загорелся этим, он сам из обрезанных, из коренных мусульман, он азербайджанец, и я, говорит, все эти годы, будучи вот верующим, христианином, страдал тем, что вот моему народу и вообще мусульманам я не могу донести Христа. Ну, как же, благовествовал, конечно, но для большинства мусульман это отрыв от их корня, от их народов, от их национальной самоидентификации вообще, культурной. Значит, и это стать русским, стать украинцем, значит, если стать христианином. Вот, значит, для них это как бы, ну, очень даже сложно, барьер как перейти. А здесь, говорю, я ему объясню, он говорит, о, все, будем это проводить служение. Пятничный намаз, Иса, Масих, вот, значит, и звучит слово, там, проповеди евангельской, инжил звучит, да, ну, это пятничный намаз, да, будет, значит, в субботу мессианское еврейское служение, то есть, ну, масихитское, мусульманское пятницу, мессианское иудейское в субботу, классическое христианское, традиционное, к которому уже привыкли все уже культурно украинцы, да, значит, это воскресенье будет. Вот три дня будет точно вот, служение, ну да и другие дни, конечно, собрания. Там, братские собрания, там, сестринские собрания, просто проводятся отдельно все. Там, допустим, там молодежное какое-то, там, не знаю, значит, молитвенное служение. То есть Богу смотрит все. Вот так вот. Так что приветствую. Слава Богу. Вот. Молитесь, друзья. Вот, а завершение, самое завершающее преображение, что это уже в царстве. Царстве, ну уже в царстве, но это еще как бы вот, как Алексей Летяев говорил как-то однажды пробую у себя в церкви, что это еще говорит, не сам обед, это еще запах с кухни. Уже как бы слюнки текут, уже ты уже понимаешь, догадываешься, какие блюда там уже на столе, что или на кухне уже что-то готовится, уже ты понимаешь, там там пахнет там и мяском, там, значит, там, и рыбкой, там, и чем-то еще, ты уже понимаешь, но ты еще не ам, как говорится, да. Вот, но этот запах с кухни, он все настойчивее, и все настойчивее, терпит, знаете, воображение.
борщом уже пахнет, уже все уже прочим там смоковыми. Вот, уже готовится все. Вот, и понимая, что скоро будет пир на весь мир, и блажен, кто вкусит хлеба в царстве своем, в царстве Божьем, это царство святых тоже, наше царство, царство Бога. Вот, и, ну, конечно, Господь, Он не хочет, чтобы мы захлебнулись слюной на этой земле. Он дает нам какие-то перекусы, значит, ну, как бы, чтобы мы, как бы, значит, хоть что-то там, ну, как бы, в обморок не падали голодные, значит, чтобы мы что-то перекусили. Там, как бы, выносят какие-то закуски, значит, там, его ангелы там дают нам, там, время, так, чтобы мы общались, готовились, как бы, к этому пиру. И вот я понимаю, что вот в этой земной, в этой реальности земной, которая реальная, говорю, реальность, но она не такая сильная реальность, как та Божья святая реальность. Вот, и вот в этой реальности земной, в этом временном пространстве измерения, да, Бог, Он дает такие порой нам вот, и запахи это одно, а второе, какие-то перекусы какие-то, какие-то закусочки, чтобы мы что-то перекушали немного из того, что вот приготовлено. А сам пир этот не видел того, не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. На самом деле, даже ни один перекус, ни одна закусочка не сравнится с тем пиром веры, который ожидает впереди нас. Рассказывали проповедники, я не знаю, насколько достоверно исторически, но мне похоже, я спрашивал, значит, в гугле все смотрел, ну как бы, вроде как похоже на правду, многие цитируют, но я не знаю, насколько это исторически правда, но в древнем Израиле, говорят, такая проповедники, говорят, была такая традиция, когда там землю покупаешь, допустим, да, какую, то, значит, ты там, допустим, как называется, задаток, да, какую-то сумму там заплатил, а тебе за место задатка, значит, земельки, мешочек такой вручают. То есть, как бы, что значит точно, да ты ему денежку какую-то там, он тебе земельки отсыпал, там мешочек, значит, вот это приносишь домой, земельку свою, значит, поставил, значит, вроде как, понюхал, вроде как, вот моя земля, она, вот там будет мое поле, вот это вот кусочек, вот этой земли. И вот я понимаю, так вот рассуждаю, что, значит, что Господь, Он приготовил нам земли, приготовил нам, ну, вот сейчас дал кусочек неба. Кусочек неба. И вот такие кусочки неба, даже вот эти посещения Его, вот эти благословения, вот, не знаю, ну, радость, мир, любовь в Духе Святом сегодня у верующих, служение, даже наши собрания такие, это как кусочки неба, кусочки вечности, вот, которые Он дает нам таким задатком таким. Вот этого будущего царства своего, грядущего царства. Вот, кстати, с пастором Эльдаром мы об этом тоже разговаривали, как в субботу, вот вчера на трансляцию сделали. Кто смотрел, эти братья, нет? Не включались. Очень-очень интересно. Он очень интересный человек, такой, давно уже знаю его, еще с конца 90-х. Здесь в Киеве он был, когда-то лидером прославления был у пастора Сандея, еще «Слово веры» церковь называлась, в 97-98 годах. Вот. Потом пастор стал в Москве, в Москве у него был часто, вот, ну, московский пастор все эти годы. Вот, а сейчас он снова в Украине, снова здесь, в Киеве. Вот, и, значит, а там в Москве у них была церковь, кавказская церковь, ну так, условно говоря, там русские почти не было. Там у них все были вот, дагестанцы, там азербайджанцы, там, армяне были, азербайджанцы. Ну, то есть, как бы, во Христе Иисусе всякая вражда. Межнациональная кавказская тоже превращалась, слава Богу. Очень хорошее свидетельство, очень хорошее, сильное свидетельство. Вот так вот. Вот. И в Москве была одна из самых сильных церквей, я считаю. Что он наехал на нас, чего? Ну, там, да, сейчас вот эти проблемы, что, значит, что всякое миссионерство, они же граждане Украины. Вот, значит, да и вообще, как бы, значит, с подозрением относятся ко всему. Венгеров. Ну да, и ко всему, что не является там таким православным московским патриархатом. Короче, молиться надо, молиться, потому что на самом деле по-человечески ну, очень сложно, ну как бы, сейчас представить. Но ничего, здесь наше неубежище снова, вот сейчас снова они вот в Киеве. Я думаю, что для, ну, для Москвы это, конечно, потеря большая, но духовная, огромная потеря, считаю, когда такие служители уезжают. Вынуждена. Но для Киева это приобретение, это благословение, что помазанные люди возвращаются, прилетаются, приезжают, слетаются. Вот. И сам пастор Эльдар, ну, думаю, он будет у нас еще
и не раз так вот делиться словом. Очень хотел бы тоже приглашать его. Значит, он сам из мусульманской семьи, такой ортодоксальный. А я спрашивал, у него три мамы было, значит, и говорю, ну как, не путались? Не, все нормально, вот, братья, сестры, себе. Знали, а такой мамы, кто из них, но один папа у них. А говорю, ну, а как мамы там, строгие были, всякие были. Зато нам нравилось. Получишь, а потом мама конфетку, мама, дай конфетку. Мама, дай конфетку. Дорогая, мама, дай конфетку. Три конфетки уже получаешь. Ну и три подзатыльника получишь, говорит. Это тоже, если что-то нашкодил, ты от твоих мам подзатыльники получишь сразу. Вот как бы он рассказывал, интересно. Но вот Бог достучался до его сердца. Он вырос в такой религии, вот, и вырос, к сожалению, в криминале. Но вот Бог помиловал его душу. Вот, и здесь, в Украине, он обрел вот жизнь, спасение во Христе Иисусе. Вот, кстати, по-моему, первое обращение у него было еще, как называется, СИЗО, да? Изолятор, соответственно, да. Ну, там бандитизм, всякие там криминалы, как бы. Бог помиловал его душу. Вот первый вот толчок ко Христу был именно. А там вот никого, да, все камеры забили, а вот его одного поместили почему-то в камеру. Вот, значит, ну как бы. Вот, и на допрос долго не вызывали, а что делать, он, а там хоть на стенку лезть. Вот еще, да, и вот книжечка, нашел книжечку, Новый Завет туда ставил. Ну, как бы, там были вырваны листы многие, ну, как бы, то, что есть, он читал, ну, короче, потом, говорит, никого нет, я просто на коленях складываю. Иисус Христос, короче, я там молю, пока я не вырвали хорошо. В конце, да. Климат хороший. Да-да-да, короче, ну, в келье такой его забил. Короче, когда его отпустили, следователь вызвал его, говорит, бери вещи, короче, все, что мне тебя здесь видели. Как? А ему ждало там лет 10 точно тюрьмы. Вообще, его как молодого поставили, вообще, как дурака поставили его. Но самое интересное, когда он вышел, ему все говорили, сколько заплатил вообще? Как отступился вообще? Ни копейки, не может быть, такого не может. То есть, короче, его первое свидетельство, он вышел, а когда я вышел из этого СИЗО, говорю, что у меня волосы так вот дымом. Я знаю, что это ж Бог. Вот реально Бог. Вот я сейчас помолился, и Бог меня отпустил. Вот это, да. Короче, у него очень мощные свидетельства такие. Как Бог его освобождал. Ну да, там вообще от всех вещей у него очень такие сильные очень свидетельства. Вот. И я ему рассказал, как братьев мусульман там Бог освобождает, вообще спасает. На Кавказе он прям загорелся. Вот этим мессихийским служением как раз. Или еще их называют там братьев Исахиды. Ну, Иса. Иисусы, как бы, иезуиты мусульманские, исахиты. Вот, значит, и, да, ну, исахиты, их обычно так соседи называют, да, свидания, масихиты, потому что масиха, Иисуса как Христа, как Спасителя Господа своего принимают, вот, в отличие от обычных мусульман. Вот, так что, вот так вот, друзья, я вот молюсь об этом, переполнен этим. Значит, и готовились тоже к служению. Вот, я знаю, что Бог приготовил нам царство, а здесь на земле путь преображения, путь этой славы Божьей, путь этого вот этих запахи из кухни, которые усиливаются, вот, и эти перекусы, эти закуски, которые разносятся. Вот, но я знаю, сам пир веры, он наступит в завершении всего, короче. В завершении всего. И блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Вот, по сути, наше причастие Евхаристии, да, это вкушение уже сейчас. Мы кусочки неба вкушаем. Как вот тогда, когда вышли из Египта, да, то 40 лет ели хлеб ангельский. По сути, это было знамение таким. Свыше знамением вот этой вот благодати. Вот 40 лет ангелы, наверное, в шоке были. Представьте, там, значит, их ангельский хлеб, наш хлеб ангельский, едят люди. Что, ну, это вообще, ну, это, представьте, хлеб с другого измерения. Сейчас ученые там мечтают получить что-то с других этих измерений. А то сыпало 40 лет подряд, каждый день, ну, кроме субботы, на шаббат нет, там, но за пятницу двойная норма падала. Вот, и все это падало, и люди кушали, вначале даже не понимали, что это такое, мана, да, приветствую, проходите, разбавите наш братский коллектив на собрание, вот, слава Богу. Вот, и, значит, и, думаю, может, еще, если будет, еще, ну,
благословляем всех наших там, жен, там, сестер, всех братьев, благословляем. Вот, и о чем напомните? Вот, значит, просто когда причастие принимаю, я тоже рассуждаю, что это как вот осколки, отголоски вот того, действительно, ну, действительно, хлеба жизни нашей, да, вот, а так Бог кормил народ сверхъестественно, 40 лет подряд ели хлеб ангельский, и ничего, слава Богу. Да, друзья, и, конечно, тема преображения, да, вот это и преображение Господа, преображение, я читал в том воскресенье о преображении Моисея на горе, да, вот когда тоже общался с Господом. Вот, вспоминал даже преображение там, Серафима, да, Возоровского, там, когда с Матавилом они беседовали. Там, и много других в истории там, примеров, таких интересных вот таких моментов. Но самое главное наше преображение, преображение каждого верующего, да, это преображение, когда мы взираем на славу Божью, да, и в тот же образ, от славы в славу, от силы в силу. Слава Богу. Но сегодня я восхищен, и вот чем поделился, да, Любовь Давидовна, Матфея 13:43. Вот это место Писания, чем я поделился, это место Писания вот именно о преображении, уже последнем, завершающем преображении. Спасибо тебе, Господь. Ну, правда, здесь есть тоже, может быть, дегтя, да, если в контексте читать, то... Как бы есть и там такая горечь, к сожалению. Если выше почитать, то там написано, что пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его, из Его царства, да, все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Вот это как бы вот. Все было бы, если бы, да не кабы. Вот, но вот такая и правда еще есть. То есть не все коту маслица. И в Царстве Божьем есть еще и вот такие соблазны, и горечи, горести такие. В христианстве, ну, если смотреть на церковь как на не просто как на организацию, там, иерархию, структуру, а на церковь смотреть как на действительно царство Его, о чем он говорит, собственно, да, вот царство, которое созидается, строится, вот, приготовляется к вечному царству уже, государству, вот, бытию, то в царстве Его есть вот и вот подобное. А последние дни Господь соберет всех. На огороде Царства Божьего мы знаем, да, что не только хорошее семя растет, не только хорошие эти злаки. Господь говорил, что на его огороде, на его царстве, да, на поле его царства будут расти и плевелы. Потому что он-то посеял, конечно, хорошее, он сеет только хорошее. И он-то хочет вообще, чтобы все, вообще все спаслись вообще и достигли познания истины. Он хочет, чтобы на огороде только хорошее росло у него, как любой хозяин, хозяин, да, допустим, например, матушка Галя, да, сын. На огороде работал, она же не хочет, чтобы садоки всякие росли, чтобы только хорошее росло. Вот. Садоки пропалывают все как положено. Вот, значит, слава Богу. Вот, значит, и, знаете, но на огороде Царства Божьего, не то чтобы хозяин так сквозь пальцы смотрит, но он как-то допускает, чтобы росли и садоки тоже. Вот, и при том, даже когда у работников там такая инициатива проявилась, вот, прополку сделать все-таки, ну нехорошо, надо как-то облагородить все. Хозяин когда отнесся в этой притче как-то так вот, не то чтобы так равнодушно, но оставил и то, и другое расти, пусть оно все растет до конца. Вот, значит, а потом будет прополка. В завершении, когда не прополка даже, а сбор всего этого, вот тогда, значит, разберемся. Вот, и не вот Евангелие, да, Царство Божьего, не только хорошую рыбку достает, да, но и негодные много рыбы. Потом хорошую, ну, потом все переберут они, одним словом. Как вот и вот эти моряки там рассказывают, да, допустим, ну, и по фильмам там видно, что они сети там забрасывают, всякие там вытаскивают, всякое,
А потом бывает, он перебирает что-то там раз и выбрасывает уже негодное. А что-то хорошее, раз там в Японском море там вообще говорят, там такие делающие беззаконие. Пример такой хороший очень, да, в царстве. Значит, хороший пример, там есть как морской дьявол, что ли. Короче, это есть такая гадость, такая плавает у них. Редко, но бывает. Значит, она настолько ядовитая, эта гадость, что если, допустим, в сети попалась, вот это вот, не знаю, что там такое, типа змеи, может, не знаю, что это ядовитое представляет. Вот, то они настолько, как бы уже, ну, моряки уже знают уже, если попалась такая гадость в сети, они прям всю сеть туда, рядом в море выбрасывают. Потому что она не только сама ядовитая, она вокруг всех травит. Значит, и вот все вот эта рыба, а там не поймешь. По вкусу не определишь, никак по цвету не определишь, значит, там какая из них ядовитая стала, короче, все это выбрасывают, короче, снова в море, потом по новой выводится. Вот такая гадость. Представляете, не только себе там она там сама ядовитая, а еще и всех травит. Вот такой пример есть. Вот, и Господь он хочет в притче своих показать, в притчах этих о царстве своим показать вот что вот подобное. Но если не честь и делающие беззаконие всякие, да, сгорят, то значит, в этом огне божественном таком, да, да, для кого-то пришествие Господне и его царство это будет, ну, как говорится, финитальная комедия. Да. Но для кого-то это будет момент преображения. Для праведника это будет преображение. Поэтому, друзья, братья, важно, чтобы мы действительно были вот в царстве Бога Отца и были святые, праведные и верные через, опять-таки, через эту кровь Иисуса Христа, через кровь Агнца. Будем взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Непрестанно. Аминь. Вот чем хотел вначале поделиться. Помолимся, давайте, и у нас все продолжим. Господь, спасибо Тебе за все. Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Господь, за царство Твое. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты в этих притчах разных, Ты объясняешь нам тайны Твоего царства. Господь, я благодарю Тебя, что для святых и праведных детей Твоих наступит последний этап преображения. Господнего преображения святого в Царстве Твоем, когда мы просияем, как солнце. Боже, слава Тебе, Господь! Боже, печально, что есть и другая еще история, что в Твоем огне божественном просто сгорят нечестивцы. Но, Боже, Ты до последнего отдаешь всем шанс, Господь, покаяться, измениться. Ты до последнего, Ты, Господь, даешь действительно, Боже, всем-всем, абсолютно людям, всем шанс. Потому и в притче Ты указал, что и сорняки, и плевелы, и хорошие злаки, все росло вместе в поле до последнего дня. Потому что Ты долго терпелив на многомилостях. И Ты не только в притче это показал, Ты это и в самой жизни показал. Ты знал изначально, кто из них дьявол, Ты знал изначально, кто предаст Тебя, вот, избирая учеников, но Ты, Господь, до последнего и знал, что человек ворует, но Ты дал ему кассу церковную. Боже, Ты действительно, Ты даже на самой жизни своей, показал, примером жизни и своего служения показал, как Ты терпишь и как Ты любишь нас всех. И как Ты до последнего момента, действительно, Боже, до последнего издыхания нашего на этой земле, в этом временном мире, Ты благоставляешь, Ты оберегаешь и сохраняешь нас всех. И солнцу сегодня своему Ты повелел всем светить, и добрым, и злым. И, Боже, Твой дождь, когда он падает на землю, он падает на всех, и нечестивых, и святых, на всех, на всех, на всех. И это образ милости Твоей, Господи, благодати Твоей, Боже. И в Царстве Твоем это 100%, это наипаче. Спасибо Тебе, Господь. Боже, Ты даешь даже самому последнему сорняку на огороде Твоем, Ты даешь шанс переродиться, родиться свыше и стать злаком в Царстве Твоем. Боже, иди в закрома Твои. Я знаю, что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись вообще и достигли познания истины. Тем более те, кто уже на огороде Царства Твоего растет. Боже, тем более, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенной, спасибо Тебе, Господь наш, Бог наш. И молю Тебя, Господь, сегодня о преображении нашем,
чтобы каждый из нас взирал на Тебя, Господь Божий, и преображался в тот же образ, святой образ. Слава Тебе, Господь. И восхищаюсь этой картиной, которая у Матфея записана в 13:43, что праведники воссияли как солнце. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе за все. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Слава Богу. Да, вот, тем как раз вот откровением. Да.